Добрый день, здравствуйте. Шахыра Кирыев. Едем в город Кафиру. Впервые упоминается в 1356 году. С 1380 года в город. Кафир — это переправа. Певец на Кафиру. Тут ведь общий. Это мост через реку. Река достигает широты 300 метров. Бюст Пушкина в Пушкинском парке. Церковь Ведения Пресвятой Богородицы. Очень красивое здание. Это водонапорная башня. Тут рядом рынок, магазины, сзади башня, тюрьма. Здесь это краеведческий музей. Это музей кукол. А собор Успения Пресвятой Богородицы в 829-842 году закрывался, в 1930-м, открыт в 89-м, реставрирован. Рядом здание краеведческого музея. Это такой тут парк и зверинец Кафиру. Это маленькая экскурсия, потому что тут я просто кратко показал. Тут есть памятники охране стрельцам, памятник, естественно, Великой Отечественной войны. Ну, это просто маленький такой сюжетик по городу Кафиру. Путешествие по Подмосковью. Палец поставь, все включится. А я боюсь, смотри, обычно они думают, что не надо. Тут такой зверинец вот. Большой. И на этом будем с вами прощаться. До новых встреч. Спасибо, до свидания. Будет продолжение.